Лучшего подарка на День семьи, чем возможность улучшить жилищные условия, придумать, наверное, сложно. В пятницу в мэрии 12 семьям вручили сертификаты на получение социальной выплаты на приобретение или постройку жилья. В 2019 году нуждающимся молодым ячейкам общества выделено почти 14 миллионов рублей. Но, конечно, помочь всем и сразу не получается. Очередь пока сохраняется. В настоящий момент по данной программе у нас состоит 518 семей молодых, которые признаны нуждающимися. Для того, чтобы стать участником данной программы, семья должна быть молодой, оба супруга должны быть моложе 35 лет, данная семья должна быть признана нуждающейся, и плюсом должна еще подтвердить свои доходы, которые в соответствии она может получить либо ипотечный жилищный кредит, либо погасить сумму при покупке за минусом той части, которая составляет социальная выплата. Размер выплаты на этот раз составил от 600 тысяч рублей до 1 600 000. Эта сумма зависит от состава семьи. Чем больше детей, тем больше выплата. В семье Уваровых трое. Старший учится в первом классе. Его младшие сестренки Погодки еще в садике. Вся семья из 5 человек сейчас живет в одной комнате. Тесно, шумно, но дружно. Шанса построить собственный дом Уваровы ждали 2 года. Мы хотим купить частный дом. У нас свое хозяйство, козы, куры, то есть молоко, яйца есть. И, ну, чтобы там его развить, и огород будет, и детям где погулять. То есть, ну, в частном секторе более свежий воздух, чем в квартире. Вот. Так что для нас это очень большая помощь. Сертификатом необходимо воспользоваться в течение полугода. Так что совсем скоро каждый из этих семей станет еще счастливей, отметив новоселье. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.